И сегодня у нас с вами будет интересная штука. Это у нас ананас из классической линейки от Сибера. Вот такой вот у нас белой баночки. Все прекрасно, классно. Вообще, изначально банку я к хренам сжег, и поэтому я переложил это в новую. И как это по традиции, вскрываем банку. Из банки пахнет достаточно интересненько. Не сказал бы я, что это свежий ананас. Также я бы не сказал, что это ананас из серии консервированного ананаса. Скорее, это что-то среднее между и тем, и другим. Но на самом деле, учитывая то, каким ананас у Сибера был до этого, этот сильно-сильно стал лучше. И да, это именно переработанная версия классического ананаса от Сибера. Видимо, сейчас есть какая-то определенная тенденция на переработку старых хуевых ароматов в новые хорошие ароматы. И вот этому аромату я смело могу ставить 8 из 10. Это хороший ананас, и прям рекомендовать его вам к покупочке. Так что хороший ананас в легком сегменте уже найден.